Время жить. В Молодечнинском музыкальном училище отобрали лучшие творческие инициативы. Литературные и художественные работы, вокальное мастерство. Всего порядка сотни авторов участвовало в конкурсе. За его развитием наблюдал наш корреспондент. Конкурс творчих ініціатив вырос у стенах музвучилища. 4 гады тут спаборничали між собой, будучи співаки і музиканти. Сьолета організатори упершиню запросили поудельничать у форумі усю творчую молодь района – школьников, навученців і студентів. Здесь может проявить свою инициативу любой творческий молодой человек, вне зависимости от его образования. И новизна состоит в том, что тематический узел основной, да, составляет проблемы, которые касаются именно молодых. Молоді не просто знайсці сьогодні сапраўдныя арыенціры ў жыцці, але не просто не означае немагчыма. Юнакі і дзяўчаты ў сваіх песнях, карцінах і сачыненнях расказвалі пра сябе і сваё бачанне свету, свае мары і ідэалы. На самом деле нет ничего дороже, чем домашний уют, домашнее тепло, мамины пирожки. То есть эти воспоминания, которые отложились в прошлом, сейчас у меня просто ностальгия такая. И вот все это вылилось в эту песню. Нет ничего дороже. Дякуючи конкурсу, удельники не только знаходили новых сябров и однодумцев. Организаторы упэўнены, что и негативных зял у асяроддзі молоді повинно стать меньше. Конкурс позволяет людям, молодым людям, высказать свое мнение о своем отношении к жизни. И это хорошо, потому что, к сожалению, не все взрослые умеют слушать нашу молодежь. Гала-концерт финалистов отбудется осенью. И, магчыма, конкурс молодежных инициатив станет традицией. Алла Маркелова, Владимир Слиш, МКТВ.